Всем привет! Сегодня мы немножко потестим AMD Ryzen 9 4900HS в 3D-проектировании. То есть мы откроем программу для BIM-проектирования CADmatic, это финская программа, и посмотрим, как, допустим, небольшой объект, проект будет загружать процессор. Так, это стандартное окно Armoury Crate, тут показана температура и загрузка процессора и видеокарты. И стандартное окно, то есть системы Windows, тут тоже можно увидеть загрузку процессора, памяти и видеокарты. Ну что, поехали, тогда откроем существующий проект. У меня он уже подготовлен. То есть здесь видно, идет это обычный проект с 2D пока. Система стоит на silent уровне, то есть это как можно тише, чтобы работал, то есть не на максимальном уровне, поэтому температура процесса и температура видеокарты как бы не будет на максималках. Ну что, так. Теперь загрузим EFC файл. Так, загружаем EFC файл, архитектуру, к примеру. Так, архитектура загрузилась. Посмотрим, есть ли у нас возможность посмотреть 3D файл, то есть в пространстве. Так, да, есть. Сейчас добавим. Так, вот, то есть если мы крутим объект, приближаем, видим, что температура процессора и загрузка видеокарты сильно не меняется. Вот иногда, правда, тут на видеокарте появляется Rock Boost. Но так, то есть компьютер достаточно с небольшими проектами справляется очень даже неплохо. То есть с несложными процессами. В следующем видео, точнее в этом же видео, но я постараюсь подгрузить более большой файл, то есть там объект будет порядка 50 тысяч квадратных метров, и посмотрим, вот как компьютер справится с этим. Ну что, подготовимся загрузить файл весом 111 мегабайт, то есть смотрим исходные данные системы, то есть процессор загружен на 2-3%, температура 52 градуса, температура видеокарты 49 градусов и вообще на ноль загрузка идет. Так, импортируем EFC файл размером 111 мегабайт и посмотрим, что происходит. То есть загрузка процессора немножко увеличилась, видео пока в состоянии покоя. Файл достаточно большой, поэтому загружается не сразу. Отлично. Так, файл загрузился. Попробуем сразу же перейти
в 3D режим. Ну вот, мы перешли в 3D режим. Видим, что температура процессора 61 градус, температура видеокарты 57. Если мы попробуем повращать объект, сразу видеокарта, ее использование начнет увеличиваться, то есть до 37%. Ну и, естественно, процессор будет, использование температуры процессора увеличится. Мы сейчас находимся в режиме Silent. Если мы выйдем на режим Turbo, услышим, как сразу же заработает вентилятор и подскочит температура процессора. И посмотрим, насколько это нам поможет при работе с этим файлом. До этого, как видели, подтормаживало. Даже я могу сказать, не подтормаживало, а тормозило, если вращать этот файл. Но сейчас не так могу сказать, что разницы между Silent и Performance, ну, чувствуется, чувствуется. То есть, когда процессор вышел и видеокарта вышли на максимальные режимы, скажем так, работа с этим файлом, его вращение, оно стало более гладким. Вот видим, температура процессора увеличилась до 87 градусов. То есть, если вращать 86, ну и загрузка видеокарты тоже идет порядка 41%. Видеокарта здесь NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q. Ну, напомню, процессор AMD Ryzen 9 9 4900HS. Все, всем спасибо за внимание.